сути, люди сейчас, вы лояльны к тому, что происходит? Или вы не хотите быть лояльными к беспределу? И тогда, ну, подключайтесь, приносите свои идеи, приносите свои какие-то деяния благие. У меня есть идея. Можно? Конечно. Так, спонтанно. Супер. В общем, сейчас ненадолго. У меня есть такая идея, я только что была на рынке, покупала там кое-что, вот, нужное для дома. И вот девочки мне говорят, которые там торгуют, а я давно уже их поставила в известность, дала решение суду и все прочее. Они уже меня видят, привет, все, мы друзья. Так вот, мы там поговорили о том, о сём, я, естественно, рассказала все, что я видела, показала наглядно, объясняю. Вот они говорят, ты понимаешь, сейчас придет суббота, сентябрь, октябрь, и нас начнут опять тут закрывать. Мы вымрем, мы умираем. А я сказала, девочки, вы должны держаться, потому что на вот этом малом бизнесе, который сейчас стараются убрать, мы все живем. Пока вы живете, мы все живем. Вот поэтому, как только вы увидите такие предпосылки, что у нас просто уже есть некоторые законы и основания, мы уже накачали маленькие там мышцы, да, мы уже победили в каких-то судах. Пожалуйста, я оставила свой телефон. Как только тут начнут вас стращать, типа прикрывать или что-то такое, вот мой номер телефона, давайте, как только вы звоните, мы объединяемся и начинаем бороться на юридическом поле. Что я хотела сказать? Понимаете, если в каждом районе, в каждой области один человек, вот так вот, знаете, я поняла, почему стало возможно, почему так вот то, что сейчас происходит, потому что мы перестали разговаривать с людьми. Мы вот так вот, как роботы, здрасте, туда-сюда, все, мы даже здрасте иногда не говорим. А когда мы начинаем общаться просто, все, мы сплочаемся. И хватит одного. Я уже говорила, те люди, которые сделали, например, да, которым страшно, вот, они в принципе и не пойдут бороться, не пойдут. А те, которые будут гнобить, их мало, потому что они купленные. А те, кто все понимает, их тоже мало. Но, понимаете, они за идею, они сильнее, чем те, которые купленные. Поэтому очень большие шансы о том, что мы сами можем перевернуть ход истории и то, что там кому-то хочется, мы можем это поменять. Просто каждый на своем месте. Заводите вот эти связи горизонтальные, как говорится, не вертикальные, а горизонтальные. Общайтесь, знакомьтесь, никто вам этого никогда не запретит и не остановит. И все, придет ситуация, решением этой ситуации вы уже станете однополчанами, однодумцами. Это будет сила. Сила простых людей. Все. Каждый на своем месте. Спасибо. Извините. Супер, отличное дополнение. Как раз то же, о чем вы только что разговаривали. Ой, я пропустила. Супер, да. Вот так работает пространство, видите. Дополняем друг друга, даже не зная того, не ведая, как бы, но оно в любом случае работает. И как раз это мы сейчас и делаем. И да, многие люди боятся сейчас открывать правду, потому что они могут ее сами до конца не знать, потому что они еще не понимают, что правда на нашей стороне, потому что они еще находятся в иллюзии разделенности. Эти иллюзии все нужно убирать. И оставляйте свои телефоны, если вы уже осведомились, если вы уже хоть как-то немножко разбираетесь, оставляйте свои телефоны. Я свои телефоны, например, оставляю уже очень давно, еще с начала этого беспредела. То есть когда-то там наделал таких, я их раздаю людям, как бы, но звонят очень мало. Видите, очень мало. За всю историю вот этого беспредела мне позвонили только, грубо говоря, 3 раза. Предпринимателей, которых полиция начала стращать, там, ну, реально, как гестаповцы себя ведут. То есть, ребята, я к вам тоже обращаюсь. То есть, если вы переходите все черты здравого смысла и начинаете быть похожими на гестаповцев, вы потом не удивляйтесь, если потом у вас по роду и по социальным каким-то процессам будут тоже негоразды происходить, потому что это все очень ответственная штука, очень ответственная, поэтому не превращайтесь в гестаповцев, не превращайтесь в животный строй психики, а то и ниже, да, вот этот на демоническом уровне сознания. То есть люди просто как зомби себя ведут и выполняют приказы, потому что мне сказали. А подожди, а если приказ преступный? Ты имеешь право его не исполнять, потребовать письменного распоряжения. Пусть он подпись свою поставит под этим преступным приказом. Тогда с тебя ответственность снимется, а на него ляжет. Только он никогда не поставит свою подпись, потому что он тебя считает быдлом и считает, что да и так пролезет лохус, что сказал, то он пусть идет и делает как быдло. Если ты себя ведешь как быдло, если ты ведешь себя как пособник фашистов, то
не удивляйся, что народ начнет сплачиваться и начнет потом давать просто того, чего ты заслуживаешь, если ты ведешь себя по отношению к людям не по-человечески. Я объявил войну уделу выживания, и мой начальничек с тех пор все время нервный. Я подаю пример великого призвания, чтоб мой народ себя не чувствовал ущербным, чтоб не гонялся за копейкой, а ваял свое копеище. И чтоб не выглядел на карте мира как посмешище.